Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на нашем канале. С вами, как всегда, Александр Сударев, и сегодня мы поговорим о некоторых событиях, которые происходят в жизни проекта «Совалмаш». Многие из вас, кто активно следит за нашими социальными сетями, уже неоднократно видели те работы, которые происходят на строительной площадке, а именно территории особой экономической зоны, площадка Валабышева, где и строится будущий проектно-конструкторское технологическое бюро. И работ действительно много. Уже очень хорошо видно, насколько много бетонных оснований выросло из земли. И уже в ближайшее время, я думаю, мы с вами сможем увидеть, как на эти бетонные основания будут монтироваться элементы металлического каркаса здания. И уже дальше нас ждет еще более интересные и масштабные виды. Но это не говорит о том, что мы работаем только на строительной площадке. На временных арендуемых площадях также работа кипит полным ходом. Это проводимые испытания и моделирование расчет новых машин электрических вращающихся. Огромное количество работы с испытательной лабораторией и так далее. Но сегодня можно говорить о том, что проект выходит на новый этап, на новый уровень, на новый уровень развития. Потому что именно сейчас мы находимся в новом помещении, где полным ходом, сами можете видеть и слышать, идут ремонтные работы. Помещение готовится к принятию оборудования, заказанному ранее нами в Китае, нашим партнером Виктором Арестовым, для того, чтобы организовать автоматизированную производственную линию. Это оборудование позволит изготавливать мелкосерийные установочные партии асинхронных электродвигателей. В зависимости от габарита, в зависимости от сложности исполнения, количество изготавливаемых двигателей по месяцу будет разниться. Но среднее число равно 12 тысячам единиц. И это довольно серьезное количество двигателей, которое даже на арендуемых площадях «Совалмаш» сможет себе позволить. Это нужно для того, чтобы максимально быстро прийти к тому, чтобы использовать площади будущего проектного конструкторского технологического бюро на максимум. В данный момент на этих площадях после установки производственной линии будет осуществляться подготовка специалистов, кадров, которые будут работать ежедневно с данным оборудованием. Будет проходить отработка методологии работы, создание программ, оптимизация оборудования, отладка, создание необходимой оснастки. И в том числе это позволит наглядно продемонстрировать возможность автоматизированного выпуска определенных моделей двигателей. И это действительно большое событие в жизни проекта. Многие ждали этого события, и вот оно уже совсем близко. Но помимо этого, количество арендуемых площадей станет еще больше на одно помещение. Речь идет о испытательной лаборатории. Многие из вас ее уже видели. Я думаю, сейчас кадры на своих экранах подтверждают вам так же, как она выглядит на сегодняшний день. Но в соответствии с определенными требованиями и стандартами, нами было принято решение расширить площади лаборатории для того, чтобы повысить безопасность работы сотрудников, качество работы и так далее. В том числе подобные перестановки позволят оградить испытательную линию от помещения, где располагаются сотрудники в момент испытания, и метрологическое высокоточное оборудование. Это, в свою очередь, позволит нам соответствовать определенным нормам, требованиям, которые позволят приблизить аккредитацию испытательной лаборатории «Совалмаш». Аккредитация же, в свою очередь, позволит повысить ценность, важность и значимость тех протоколов испытаний, тех результатов испытаний, которые предоставляет испытательная лаборатория «Совалмаш», что, в свою очередь, положительно скажется на доверии потенциальных заказчиков и будет лишний раз подтверждать пригодность технологии, ее работоспособность, позволит авторитетно заявлять о результатах сравнительных испытаний и так далее. В том числе данные результаты будут расцениваться с тем же весом и уважением не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Конечно, это вопрос довольно сложный, там очень много тонкостей, нюансов и так далее. Но, тем не менее, на своих экранах вы сейчас видите те работы, которые соответствуют подготовке помещений к введению их в эксплуатации на временных арендуемых площадях, что позволит повысить текущие мощности «Совалмаш» и отработать все необходимые процессы. Дальше, уважаемые зрители, вы сможете увидеть еще больше полезной информации, узнать больше о жизни проекта. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте свои комментарии, следите за проектом. До новых встреч!